На велосипедах, рафтах и пешком им предстоит преодолеть расстояние в 2000 километров. Старт кубанской кругосветки дали сегодня в Атамане. Сопровождают школьников 5 инструкторов. В своем микроблоге глава региона Вениамин Кондратьев пожелал юным путешественникам ярких впечатлений. Экспедиция, созданная Константином Мержоевым, отличный пример организации детского туризма. В этом году в кругосветку отправятся 20 парней и девчонок. Желаю ребятам удачи. Прекрасные каникулы, лучшие и представить сложно. Кубанская кругосветка состоит из нескольких этапов. Из Атамани подростки доедут на велосипедах до Красной Поляны. Затем уже пешком доберутся до хутора Ильич в Отрадненском районе. Потом по руслам рек Кубань и Уруб достанется Кавказская, и оттуда опять на велосипедах вернутся в Атамань. Во время путешествия школьникам придется отказаться от телефонов и планшетов за 50 дней. Своим родителям они смогут позвонить лишь 4 раза из определенных населенных пунктов.